показал немецкий эксперт. Сторонку, пожалуйста. Боли лактации. Смотрите, как тяжело выглядит данное животное. Переверните номер. Четвертый. Четвертый агрометр. 14903. 14903 агрометр. Он идет по такой. Не до узда к 8 минут. Что за верок, а? Пожалуйста, отойдите в сторонку. Говорите, я отойду. Кто обращает внимание и понимает животноводство, значит, корову подготовлены, подкрашивали спецсоставом копыта отдельно, подстригали. Руководство подразумевает несколько кондиций полупитанности скота, и одна из кондиций есть выставочная. Это животные должны быть выхолены. Действительно, как раз вот это слово подходит тому, что животные, мы видим, что они выхолены. Согласны ли бонитеры поставить животных в один ряд? Действительно, уважаемые друзья и участники, непростая миссия сегодня взять на себя ответственность и назначить победителя тайного животного. Потому как среди зрителей, основное большинство это специалисты племенных хозяйственных организаций, имеющие очень большой опыт работы в области племенного. Выставки в других международных, снимают каталогов, индексы оценки, временной ценности животных. И любой вопрос, в принципе, они могут оспаривать. В мониторе вложится очень большая ответственность, почему вот первые номинации все дискуссии очень серьезные на предмет определения временной ценности. Спасибо.
брати. Я помню, в начале года после этой номинации Дота объявлена и выведена животное с лучшим стымом. Вот, то есть боксеры еще должны помнить, какое из животных было лучше по выбору. И мы после того, как уйдет данная номинация, вот, будем вручать приз. Будет объявлена мисс выставки.